Приветствую всех, с вами Марина Хайкова. Сегодня я хочу показать, как покупать рефералов, причем как это делать, переводя деньги с внутреннего баланса. Этот вопрос частенько возникает, поэтому показываю. На данный момент у меня на балансе есть $233. На покупку рефералов на моем статусе нужно $39. Есть три варианта, где можно пополнить баланс, пополнить счет. Это вот здесь в меню Add Funds, вот здесь, где у нас баланс написан, тоже есть Add Funds. И вот самый один из удобных вариантов, это три кнопочки у нас есть, одна из них это пополнение баланса, Add Funds. Я выбираю обычно вот здесь, мне как-то оно так ближе сразу к деньгам. Нажимаю, выбираю метод. Если у вас смешанный платеж, это когда вы уже что-то заработали, но надо что-то добавить. Тогда вы частично пополняете отсюда. У меня на балансе хватает полностью. Поэтому, если у вас не хватает, вы часть отсюда берете, часть потом из платежной системы. Я выбираю аккаунт баланс. Выбираю сумму $39. И нажать send. Обязательно в конце нажать аккаунт баланс. В данный момент деньги зачислены у нас на баланс для работы. Это баланс, с которого можно покупать рефералов и покупать статусы. Сейчас у меня задача купить рефералов. Рефералы мы покупаем в левом меню. Rent Referrals. Пожалуйста, не путайте с графой Rented Referrals. Это в этой графе мы наблюдаем за рефералами, которые у нас уже есть. Сейчас я вам покажу, чтобы вы уже так вот увидели. Вот. Это те рефералы, которые уже есть. Арендованные данные о них, можно тут следить, как они работают, как они кликают. А если мы хотим купить, то нажимаем Rent Referrals. Не торопимся, потому что если мы сразу клацнем, то купим всего 50 рефералов, а я как бы желаю сейчас купить 100 рефералов. Вот, это будет стоить $39. И дальше нажимаем Rent Now. Вот, все у нас прошло хорошо. Чтобы проверить себя, нажимаем аккаунт. И смотрим, у меня до покупки было 200 рефералов, стало 300. Все, в работе у меня уже 300 рефералов. Я нахожусь на статусе Cake. Максимальное количество здесь у меня будет 500 рефералов. Но в ближайшие дни, я думаю, что со следующей уже покупки я буду переходить на следующий статус. Потому что, как я и говорила в предыдущих роликах, этот статус, он для старта хорош, но для работы лучше выбирать более дорогие статусы. С вами была Марина Хайкова. Надеюсь, информация была полезной. До новых встреч!